Да, здесь. Да, вроде. Корзина для змей. Для чего? Для змей. Аня, иди сюда. У меня моя змея укусила. Нашли твой транспорт. О, там одна пробоина, я пока танцую. Все, сейчас иду, иду. Что, ты не можешь потанцевать в другой раз? Там ускорят. О! Она на меня смотрит из клетки. Она меня ужалила! Слышь! На тебе будет жалить, пока ты ей музыку не сыграешь. Только ее так транспортировать можешь. Давай собирай. Я пошел продавать. Хитрит эту пута, конечно. Слышишь, они грызлись за него. Место. Но у них какой-то флажок у этих, у этого корабля, который за нами идет. На карте. Ну, это кости мертвеца. Кости мертвеца. Это ПВПшники типа. Ты когда вешаешь эмиссарку этой фракции, ты на карте отражаешься. А когда ты апаешь у них пятый уровень репутации... Он прям на нас идет. Да-да-да, они развернулись. Когда ты апаешь у них пятый уровень, то типа ты все корабли на карте видишь. Прям на нас идут. Таранишь, что ли, собрались? Да, походу, да. Гранаты не забудь. Что там, вода? Она затапливает, там затапливает. Боюсь, я чиню. Ты чинишь, да? Да, 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 я сказал, я чиню. Надо кому-то туда, мне кажется, залетать. Да. Я что-то не делал. Летят. По мачте бьют. Так, у нас минус матч, да? Поднимайте. Доски, да, надо для этого? Нет, не надо, просто опускаешь парус и зажимаешь, что она поднимается. Так. Горим. Кидает бомбу, может залезть. У нас якорь опустился. Прикольно. По-моему, к нам плывут. По мне бьют, он нас, у нас да, он у нас на корабле уже. Минус один. Ага. Это надо тушить, ну... и поднимать. Поднимайте якорь кто-нибудь. Со мной. Я поднимаю парус, иначе нам тоже кранты. А не, поднимай. Смотри с ним, что горим. Вид, можешь потушить нас? Я пробую. Просто хп мало было. Они заходят на нас. Еще потуши. Я не потушил меня. А, я сдохла, помогите, спасите. А они потонули? Чё? Снизу, помогите! Они потонули. Резать Аню. О, спасибо. Они реально потонули? Может, да. Он... Они к нам плывут. Может, они... К нам плывут. Понял. Прям под кораблем. Ага. Ну, пусть заходят на борт. Мы их проплыли, по-моему, уже. Так чё ты не умираешь-то? Где корабль, всё? Не-не, они нас не догонят. А они уже далеко, они рядом с тобой, да. А чё с их кораблем случилось? Они реально потонули? Да. Потопили мы его, представляешь? Я ему дал 4 в борт, короче, жестких таких. Я они потом, видимо... Я тоже попала нормально. Но... так. А они потом, видимо, к нам перебрались и не стали, типа, ремонтироваться. И они не просто починить, да, они успели. Мне кажется, вы скинули выстрелами тех, кто был наверху. И они не успели залезть. Кстати, может, потому что я пару раз стреляла тоже им по парусам. Тут в этой есть тоже, внутри, в пещере. Закачивается, где сверху или снизу? У нас корабль. Что, еще один, блин? А, маленький, да, ты про него? Он.
Нет, Галеон на нас идет, это эти же. Бляха-муха. Блин. Бегом, 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 бегом. Как отсюда выйти? Все на борт. Лодку прихватите просто кто-нибудь. Да нахер эта лодка? Зачем она? Да там ресурсы есть. Там очень много ресурсов, обычно спавнится. Ладно, я залутаю. Идите на корабль. Только притащите мне. А, не иди на корабль пока. Готов. Так, откуда они шли на нас? Просто дыра в корпус. Мы развернулись. Он справа, он справа. Он, да, успел, он справа. Успел подойти. Готовьтесь. Я на палубу. Угу. Вы работаете, да? Угу. Что вы, по-моему, немножечко рановато. Да. Да, нормально. Пошел чинить. И они попадают. Я пошел чинить нормально. Смотрите, к нам сейчас полез. Много-много пробоин. Помогайте, помогайте. Воду черпайте. Воду надо, да. Нормально, нормально, нормально. Они закинули этот такелаж. Осадку нам понизили корабль. Сейчас будет, походу, прыгать. Наверное, кто-то спрыгнул у них. Смотрите. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Я почему не переживайте. По мачте прилетает. По сторонам смотрите, не увлекайтесь. А, где там патроны-то у нас? На мне. О, хорошо попал. Минус мачта. Хорош. Ой, я прям типа попал. Попал, по-моему, по мачте ему. Да, я сломал первую мачту. Я дал ему тоже по мачте. Помогите починить или выкачивайте воду. Воду, 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 быстрее. Да, у нас минус мачта тоже. Воду выкачиваю. Воду выкачивайте, главное. Водите только от бортового. Паруса полностью подними, полностью подними. Там держишь, там видно, то что она такая начинает подниматься, подниматься, подниматься. Блин, да это хрень. Все, накинул им туда еще два напоследок. На нас скелеты заходят. А как починить вот это вот у нас поломалось полностью? Центральный. Поднимай, поднимай паруса. Вот бери и тяни, как будто ты поднимаешь. Все, вот жди, пока она встанет. Вот так, тяни, тяни, тяни ее, короче. Ёп, ты скелеты. Давайте скелеты, давай, давай скелеты. Мы там на остров сейчас не влетим? Не знаю. Бляха, влетим, влетим. Бросил, бросил, бросил. Право руля, право руля. Даю, даю, даю. И поднимайте сразу, я чиню. Поднимайте, да. По нам скелеты долго, да? Нет, нет, эти. Вот помогает мне сегодня подумать. Пробоины. Две пробоины. Я понимаю. Короче, пока мы поднимать будем это все. Давайте быстрее. Просто... Сейчас к вам еще придут. Уже жгет, уже жгет. Подняли? Да, да, да. Разворачиваться надо. Не пилями долбит, он пытается нас найти. Один может быть у нас аккуратно. Это рядом. Ну, кстати, все еще у них одна мачта упавшая. Поднимают мачту. Че, на них заруливать или что, или уходить? Давай, наверное, на них заруливай. Хотя у нас по ядрам не очень. Есть ли смысл? Надо к ним, мне они кажется, подспрыгивать. Они нас могут не отпустить просто. Да-да-да, не отпустят. Заворачивай.
Я готов пострелять. Блин, разворачивается. У них опять упало. Я сломал. Вы в них врезались. Чинил. Я у них тут закинул две бомбы. Давай надо, бортовой. Вводите корабль, я к ним. Есть какое-нибудь ядро текилаж закинуть им? Они там ремонтируют, наверное. Пойдем-ка вниз, захерачим их. Да, они здесь. Идите к ним. Почти, да, убил. Мы до сих пор горим. У них, кстати, ядра закончились. У них ядер нету. Надо их это... Накидать надо им. Минусанул еще. Пушек. Двоих минусанул. Понял. Так. Дайте им потушить. Где там метательные предметы? Чуть-чуть надо смотреть ремонт. По ремонту будет все нормально. Верхняя палуба. Значит. Ты меня чуть не убил. Верхняя потом разберемся. Надо идти ему. Сюда вода, подошел, вода. Блин. Троих минус санул. Я внизу, что там. Ага. Вы можете бортовой дать по ним, нет? Мы не можем. Мы разворачиваемся, делать. мы идем, мы разворачиваемся. Сейчас разберемся. Заспаунился. Хорош. Да ладно, мог. Не убил. Минус. Кот где-то орет там. Мы как раз таки норм идем. Кота-то за шо? Мы стреляем. Вниз давай, стреляйте, в нижнюю. Вниз. Ватерлинию. Вниз упал. Ватерлинию. Он резнулся, что там. Ага. Убил меня. Он будет чинить сейчас. На том свете пусть чинит, бля. Можешь поднять? Да. А что, известно, влево бы две покидать. Не надо, не кидай. Тонет у них первый этаж. Хорошо. И беги сюда. Бля, я горю. Надо было повернуть их ко мне сюда. Все, я упал в воду, сгорел. Не успел. Заебись. Мы не развернулись нормально. Сейчас будем якорь полдня поднимать вдвоем. Надо было сразу ко мне бежать. Это, кстати, другие, а не те, которые были. Да, это другие. Паруса другие. И зрите, мы шатаном залетели. Там чисто польский спецназ. Бля, это гранаты туда огненные, взрывные. Бля. Но. Они мимо проплывали, я М4 закинул огненных. Смотрите, они сейчас могут все-таки появиться, если кто-нибудь из них не сдох у нас. А нет, они, когда я был там, они тоже оба были там, в том свете. Корабль потонул, следующий респаун будет уже на острове. А у них были это сокровища? По-моему, нет. Интересно, они нас запомнили? По идее, должны. Такое не забывает. По парусам это реально они. Сейчас один будет сдавать бегать, а остальные будут файтиться. Ну они прямо на приют они идут. Они вот прям подходят к приюту смерти. Нами, да? Да. Надо тушить их будет тогда. Пол паруса сделайте все. Блин, это змея, я хотел сжечь там. Передний парус, пол паруса сделайте, пожалуйста. Я не умею. Она стреляет, упали. Крипели летят. Минус мачта. Блять. Стреляйте левый борт. Я упал с мачты в воду. Чиниться не забывайте. Ну кто-то чинится, я управляю. Я не знаю, как вам это. Можете сбросить якорь, если надо. Просто остров перед нами, я... Мачты поднимать.
кто-то спрыгните к ним просто. Уже. Я не могу справиться, Вит. Я говорю, скиньте якорь. А что, блин, якорь нужно было полдня назад кинуть? Я сказал, скиньте. Тише. Поднимаю, брат. Тут у них призрачные сундуки всякие. Есть бомбочку, подожди. Я там поджигаю, 7 бомб им скинул и умер. Беру левее. Скажите, когда сбрасывать. Влево. Сбрасывай. Сломал им мачту нахер. Не убили. Если есть возможность, поднимите. Ремонтируйте корабль, у нас там капец, походу. У нас на корабле. У нас на корабле враг. Да-да-да. Да-да, он меня убил. Я мочу козлов. Троих замочил. Держитесь только там. Мы умерли уже. Меня бомбами докидали. Сейчас зря тебя подлезу поднимать, чтобы я начал тебя поднимать. Так, у нас один здесь. А, двое. Двое у нас. Один у меня. Интересно. Я чиню, остальные... Тушите корабль, ничего не... Хорошо, все. Ты... К нам один спрыгнул. Сейчас там залезет. Идет, да. Ранил его. Там их двое. Кидают. Да ё-моё. Ранил еще его. Не убили. Упор? А, нет. Ядра. Два у них на... Бля, где-то там вид есть-то. Поднимаю. У них один продает. Стопудово. Убил этого. Тогда пошел на остров перехватывать этого продавца. Мы горим. А мы тоже горим, да. Тут один тушит, нам бегает. Прилетает. Бой меня мечет. А, замесили. Один к нам идет. Вижу. Рев. Еще один к нам идет. Аккуратно, ждите. Сейчас к нам поднимется. Поднимается к нам. Я за ним. Поймали его, нет? Где он? Нет, он. Вижу в капитанке минус. Все. Я сгорю. Бля. Где тут ваша лестница? Так, у нас все потушено. Ну, у них тут жопа, у них все горит просто. Ну да. Он к нам идет один. Зарубил у них еще одного. Смотрите в другую сторону. Чего не тонул-то нифига? Один спрыгнул. У них нас... капитанского. Еще один здесь. Меня убили. Ань, добей. Ага. Я подниму. По-моему, он потонул. Двое минус. Нет? Нет, не потонул он нифига. Стрелять из пушек. Все. Топится? Вот он, вон, плавает. Плавает, да. Здесь у меня чел, у меня. Хорош. У-ху-ху, вот это куш. Так, у них там живые не остались нигде? Чекайте. Да, русалка вроде нет. У меня есть один, русалка здесь. Значит, где-то в воде он должен быть. Не уходить с корабля. Смотрите, чтобы наш корабль, да, не зашел. Я не ухожу с корабля, я тут, я на корабле. Чекайте. Еще буду орать. Я на корабле. Продавайте здесь тогда, приют мистерца, хер с ним. Продавайте, я на корабле, я контролирую. Починю. Эти паруса и все такое. Все, я пошел тоже помогать искать.
О, мы же ему можем продать флаг. Да. 5 пенни, кстати, я пошел продавать. Хитрит эту толпу-то, конечно. Слышишь, они грызлись за него как. Так еще бы, они сами себя так. Здесь книги воскрешения, короче, все дела какие-то. Они глупо решили, что они приплыли, но то надо было уплывать совсем. Слышите? А? 10 000 флаг 5-й ступени. Что еще раз? Флаг 5-й ступени, 10 000 я только что продал. А, их который? Да. Отлично. Абсолютно они потеряли флаг, потеряли лут, короче. Очень обидно. Не потеряли, я бы игру удалил, на. Блин, акула приплыла, акула, иди на это. Я бы умер от акулы сейчас. Погуляй в другое место где-нибудь. А, так нам качается репа, смотрите, и золотодержцев тоже, так что норм. Да. Надо быстро, потому что они могут сюда подплыть за 5 клеток. Хрен с ним потопит, они нас не потопят, но мы хотя бы все продадим. Классно. А я акула приплыла. Груз плавает 5 минут и все, она скоро исчезнет. А если мы на сушу выкинем весь груз? Он не исчезнет. Давайте на сушу все тогда вытаскивать. Ребят. Дает двое. Потом продадим. Но мы не успеем все это вдвоем вытащить. Как-то он пропадает, если никто рядом нету из игроков. Нет. Было при нас, он тоже исчезал. Я тогда пошел продавать просто, время не терять. Книги, если есть, там, по-моему, есть, тоже вытаскивать их, они нормально стоят. Тонет, вали. Тонет, по-моему, лут. Нет? Или что-то коробка начала тонуть. Да, потому что тонет. Собирайте, которые тонет, их можно поймать. Я просто уже не успеваю. Что-то ценное исчезло? Да нет, я успел перехватить. Просто видел, что он начал тонуть, за ним начал нырять. Нырнул сразу. Вроде забрали, да? Блин, нормально, это 70к мы получили. У меня вообще по нулям было. Репутацию очень неплохо качнули сейчас у них. Да. Ну блин, это конечно мы вовремя сюда пришли. Как вовремя? Мы за ними гнались. Мы же гнались за ними сколько? Не, я в том плане, что мы сюда завернули, череп пропал, и мы сразу же поплыли на этот череп. То есть, ну в этом плане, что вовремя. Короче, мы с тем, что они выстегнули всех и поплыли сдаваться. Мы, короче, продали все ящики, да? Вид один принес. Ну что тебе, мало ящиков что ли? Может ты пробежал, Артём, вот пустой. Я не про этот, вот про вот такой только призрак. А, продал я, да. Да, пустой был. И готовьте борт. Давайте. Даю вправо, делайте залпы. Втроём. Давай. Давайте втроём. Поворачиваю. И якорь сразу. Ставьте якорь. Вид, ставь якорь, ты ближний вроде. Нет, ветку кидает. Нет. Не к нам притягивается. К вам плывут. Один минус. Смотри, чтоб не подняли. Тут у них уже на втором ярусе вода. Я умер. Каким образом? Все, они тонут. Забейте, они тонут. Поняла, спрячься сразу. А, ты его.
Их тут двое где-то в воде должно быть, вид. Один к нам. Они у корабля у нашего. Один минус. Там же второй. Хорош. Второй там... Нет, живой. Значит, еще должны быть. Если живой, потому что двоих мы убили только что в воде. Все, минус. Я убил у нас под кораблем еще одного. Я не понимаю, как они живут, если честно. То есть, ну, за два попадания с винтовки, то 100% хит, это труп. А вон у них что-то всплыло. Да? Да, у них там есть немного. Да-да-да. А мы ничего не сделаем. О, вот открыть. Сделайте, сделайте, давайте. Кто чинит? Или я стреляю, или чиню, быстрей. Чини. Не пилей тогда попадайте. Это важно. Блин, мы быстрее их летим, мы их обгоняем. Хорошо. Столкновение. К нам залез. Бьешь? Минус. Все, им хана. Помогайте с кораблем. Им хана. Забейте на их корабль, спасайте нас. Вычерпывайте воду. Надо еще один начать на вычерпывать воду. Быстрее! Они потонули, нет? Да, 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 да. Салка у меня. Может быть, не сдохли бы тогда под неожиданностью. Я не сдохли. Музыка заиграла. Угу. Что-то будет. Знаешь, что-то будет. Кракен. О, Кракен. Кракен? Да. Давай-то файт с ним. Не видел, что там, да, его? Не видел. Где эта сволочь? В угол стреляете? Просто по тентаклям по этим стреляй. А у меня их нету? А, это корабль-призрак. Где? Ёптать! Вот это сюрприз. У нас проблемы. Скажем так. Попили. У нас слева Кракен, справа корабль-призрак. А вот теперь я вижу Кракена. До этого я не видел. Ты,